Первый вопрос касательно амбулатории. Сегодня мы побывали. Конечно, пациентов лечат в ужасных условиях. Вопрос к вам, наркологу, есть совета. Почему их в сам сельсовет не заселили? Все-таки, может быть, стоило свои кабинеты отдать людям? Там было принято решение, что в библиотеку, ну, это оптимально. Ну, оптимально, наверное, кабинеты чиновников отдать под амбулаторию, чтобы люди были в комфортных условиях, не в тех, в которых сейчас они лечатся. Ну, это я по этому вопросу решение не принимал. А кто принимал решение? Я понятия не имею, скорее всего, медицина. То есть... Как вы, глава сельсовета, не знаете, кто принимал решение? Ну, чуть-чуть полномочия разделены у медучреждения и у меня. Хорошо, а здание, вот это сельсовета, здание, все, оно в чьей юрисдикции находится? Администрации района, нашей Тарховской администрации. Ну, то есть, соответственно, в заселении библиотеки принимали решение Тарховской администрации? Да. То есть вы? Да. Все-таки заселить в такие условия амбулаторию было решение? Да, я принял решение. Не хотите свой кабинет отдать, и кабинеты своего зама, и других специалистов, и людей все-таки перевести, медиков и больных, в нормальное помещение? Ну, я задам вопрос в голове. То есть без него вы этот вопрос не можете решить? Нет. Ну, а сами-то вы готовы?